Здравствуйте, дорогие друзья! Из этого видео вы узнаете, что такое ИСКРА – информационная система контроля рисков. Для чего она создана, из чего состоит, как стать ее пользователем, какие преимущества она предоставляет тем, кто имеет к ней доступ. Как вы видите, это закрытый клуб профессионалов. Система создана сотрудниками служб безопасности и для сотрудников служб безопасности. Деятельность распространяется на 56 регионов. Более 1000 специалистов служб безопасности являются членами сообщества, пользователей ИСКРА. В 2012 году система стала межрегиональной. Миссия ресурса – оптимизация работы сотрудников служб безопасности. Система создана не для получения прибыли, а для сплочения сотрудников безопасности для противодействия лицам, совершающим противоправные действия. После регистрации вам предоставляется бесплатный тестовый доступ на 1 месяц для того, чтобы лучше ознакомиться с возможностями системы. Хотите стать частью сообщества служб безопасности? Присоединяйтесь к системе ИСКРА.